And now I'm back in love with you. So many times. Thank you.
это очень наша песня. Сегодня первый раз. Сегодня это первая премьера. Слава Богу, что нам понравилось. А у нас для вас еще одна песня есть. Хорошая, кстати. Вы ее наверняка знаете. Если знаете и помните, то прям не стесняйтесь. Подпевайте вот во что есть сил, как говорится. Какой-то смешок. Can only do you.
команде Димы Билана я повторила судьбу своего преподавателя. Ну, как бы, а можно нам второй микрофон еще? Thank you.
Thank you.
те, которые некоторые уже слышали эти песни, ну, в смысле, не только, а вот эта, которая была до. Да, это ну, одна из моих песен тоже. Вот мы сегодня немножко так потихоньку призвали для вас. Очень волнительно, я очень рада, что вам понравилось. Спасибо вам большое. Я очень люблю цифровизм. Спасибо. О! Окей. Хорошо. Может быть. Thank you.
каждого человека есть, несмотря на то, что с нами происходит, у нас есть хотя бы один наш друг, но слава Богу, если не один, который с нами и тогда, когда нам весело, когда нам грустно, и тогда, когда с нами мир поступает, как нам кажется, совершенно ужасно, тогда, когда да, все рушится, этот человек говорит тебе: ничего, успокойся, все хорошо, я здесь, я буду здесь, и все будет отлично, и ты встанешь на ноги, и пойдешь вперед к звездам. Вот, в общем, песня об этом. Я думаю, что вы ее знаете. Thank you.
Каждый зал, я вам хочу сказать, справляется, но вы просто чудо. Спасибо вам большое. Это же олимпийский, да, Сузан? Друзья, настал тот торжественный момент, когда я хочу пригласить на сцену еще одного своего прекрасного друга. Егор Клинаев, поприветствуйте. Можно нам все-таки второй микрофон, потому что так ничего не слышно. My destination.
message that I'm sending now. I got the answer to all your problems, and tonight I'll be singing it now. Just surrender to yourself, the reader. Wave your hands up in the air. Feel the energy inside your system. And leave this world behind. Leave the world behind us. Leave the world behind us. Leave the world behind us. Thank you.
меня. Очень издалека, издалека подстроить время.
Дима, специально. А еще как? Где весна? Thank you.
Спасибо большое. У меня для вас последний вопрос. Нет. Это правда последняя песня. Я хочу и мэйч. Так, ну перестань. Так неискренне кричать из зала. Я надеюсь, мне вам понравится. Thank you.
Тех людей, которые сегодня со мной на сцене. Более того, я бы хотела их поздравить, двух из них, потому что они у нас именинники. Ну, я как бы по старшинству, в плане того, что вот позавчера, нет, да, вчера был день рождения у прекрасного перкуссиониста нашего, Влада Волкова. День рождения у нашего сегодня басиста. Но мне кажется, пришло время спеть. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Спасибо вам, что вы были с нами. Нам было очень приятно.